Ася Караева в преддверии выхода на пенсию решила не стоять в очередях и коридорах пенсионного фонда, а зарегистрировавшись на сайте госуслуг, получить свое пенсионное удостоверение уже через интернет. За помощью женщина обратилась к специалистам, которые помогли будущей пенсионерке зарегистрироваться на портале и объяснили, как пользоваться им в домашних условиях. Эксперт мне рассказал о том, как мне пользоваться госуслугами. И на этом портале я хочу посмотреть свои пенсионные накопления. И хочу посмотреть, на какую пенсию я могу рассчитывать в будущем. Через сайт госуслуги можно оформить любую пенсию – страховую, накопительную, по государственному обеспечению. Такие новшества не могут не радовать пользователей портала, ведь с появлением возможности получить значительную часть государственных услуг и документов через интернет, жизнь тех же пенсионеров значительно упростилась. На сегодняшний день на портале доступны две жизненные ситуации, касающиеся именно выхода на пенсию, связанные с пенсионерами. Это как выйти на страховую пенсию по старости и помощь пенсионерам. В обоих разделах доступны электронные услуги, такие как назначение пенсии, перевод с одной пенсии на другую, перерасчет размера пенсии и информирование о пенсионном обеспечении. Чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, никакой бумажной волокиты не потребуется. Достаточно предъявить паспорт и СНИЛС. После того, как он ведет свои персональные данные, то есть паспортные данные и номер СНИЛС, после успешной проверки их в базах Пенсионного фонда и ФМС, МВД, ему предложит система обратиться в любой ближайший центр по регистрации и подтвердить личность именно приходом. То есть документом, удостоверяющим личность, он приходит и ему подтверждают личность. После этого доступны все услуги на портале. А для тех, кто еще на пенсию не собирается, но уже хочет посмотреть, как на специальном счете аккумулируется его пенсионное отчисление, поможет тот же самый портал госуслуг. А если у вас на мобильном телефоне установлено специальное приложение, то сделать это можно буквально в любую минуту. И ваши госуслуги всегда будут с вами. Ислам Джукаев, Роман Баюра, Архыз 24.